Если вы любите скорость, запах жженой резины и рев мотора, то специально для вас картинг-клуб «Адреналин» стал организатором первого Саратова любительского чемпионата по картингу. По словам организаторов, вдохновителями стали гости клуба и желание показать саратовцам, что для отдыха есть не только тусовки и клубы. На такие идеи нас вдохновляют только лишь наши гости, ради которых мы работаем, не покладая рук. С 2015 года будет проводиться отборочные уже заезды на чемпионаты года. То есть, если сейчас мы просто собрали людей и проводим чемпионат года, то следующий уже будет именно отборочные. Кто-то пришел как зритель, кто-то болеет за друга. А член общественной палаты Незнамов Владимир Васильевич пришел поболеть за своего сына. Ну, покричу, здесь 7 заездов, я вообще не ожидал, что сегодня такое массовое скопление будет. Я был на Формуле-1, там быстрота правила, а тут борьба, тут будет борьба, очень интересная динамика, тут поинтереснее, мне кажется. Несмотря на холод, количество адреналина у участников зашкаливает. Ты чувствуешь скорости, драйва, тут нечего много говорить, это любому понравится человеку, от маленького человека до старшего, без разницы в каком возрасте ты к этому пришел. Самым популярным талисманом у участников является шлем, но что же касается Екатерины... Вот я сегодня часы не одела, и вот, к сожалению, всего лишь 4-е место. Несмотря на дружественную атмосферу, представительниц прекрасного пола воспринимают как равных соперников. Это соревнование, и может случиться все, что угодно. Если девушка умеет ездить, то у нее есть шанс. Несмотря на то, что соревнования проходят впервые, в заезде принял участие более 50 человек. За чемпионство девушки боролись наравне с мужчинами. Но организаторы открыли маленький секрет. 8 марта состоятся специальные соревнования для девушек. Ну что же, поехали готовиться! Мария Демидова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ Саратов.